Друзья, рада приветствовать всех. Добро пожаловать в наш чат, в энергетику, потому что я очень ждала встречи с вами. Кто меня не знает, меня зовут Саида Адамова. Давайте мы сейчас определимся, есть ли у нас новички в нашем чате. Кто у нас вообще впервые сегодня приглашен? Обозначьте, пожалуйста, себя сегодня единичками. Самые вот люди приглашенные, которые ни разу не были с нами, и вот сегодня впервые вышли на связь. Так, рада приветствовать. Карташова Ольга, Виктория Литвинова, Анна Гусейнова, это у нас уже партнер. Все, поняла. Добрый вечер, добрый день. Вот все приглашенные. Вы знаете, сегодня, моя сегодня тема, она очень важна. И я ее сегодня посвящаю нашим приглашенным, ну и, конечно, нашим партнерам, потому что каждый раз мы что-то новое слышим, мы каждый раз что-то для себя открываем, у всех есть свои истории, и я очень рада всех приветствовать. И новичков, которые тоже, может быть, совсем недавно с нами в команде, но при этом они еще ни разу не слышали вебинара. Я всех рада приветствовать сегодня вечером, а у кого-то может быть чуть раннее время, но не важно. Важно, что вы здесь. И ближайший час времени мы посвятим друг другу. Очень прошу быть активными, потому что будет такая двухсторонняя связь, где вы будете тоже где-то подключены, я буду что-то у вас спрашивать. Мы все делимся результатами. И сегодня очень такая интересная тема, она даже меня очень сильно возбуждает, потому что она посвящена энергии. Так вот, я представлюсь, прежде чем начать говорить об энергии, я хотела бы представиться для тех, кто еще не знает и не видел меня. Меня зовут Саида Адамова, я являюсь топ-лидером компании APL, международной компании APL. Я являюсь амбассадором компании, люксовой квалификации нахожусь. И это очень здорово. 7,5 лет назад я, в общем-то, была на вашем месте, да, и занималась своей врачебной деятельностью, занималась болезнями. Вот. А сегодня и уже в течение 7,5 лет, я занимаюсь здоровьем. Здоровье, здоровый образ жизни и все, что связано с бодростью, с энергией, с движением. Вот. И на самом деле и компания наша, она называется компания APL Go. Это то, что движет и стремительно движет нас вперед. Но почему мы такие? Почему мы такие энергичные? Почему мы такие бодрые? Этому, конечно, это есть объяснение этому. И об этом мы сегодня будем говорить. И, может быть, вы тоже расскажете свои интересные результаты. Так вот, сейчас я подключу наши слайды. Вот. Это наш логотип компании APL. Вы видите трилистник. И вот я сейчас относят, но в то же время оно серьезно влияет на жизнь, серьезно влияет на то, как человек, вроде бы он что-то хочет делать, он действительно есть у него желание, но у него нет сил, у него нет энергии. И эта тема, она сегодня охватила, в принципе, весь мир. Всем интересно,
где же действительно, какие наши действия, какие привычки и вообще какие продукты, они помогают нам всем сохранять энергию и именно преувеличивать его, потому что, в принципе, эта энергия – это все. Вы, наверное, слышали такую фразу, что деньги – это энергия. Все, что мы получаем, блага от жизни – это энергия. И чем больше вы можете делиться ею, отдавать эту энергию миру, тем больше вы будете получать. Поэтому очень-очень актуальный вопрос. И я сегодня постараюсь уделить этому внимание и рассказать вам, где, какими способами еще можно все-таки сильно повлиять на свою жизнь прежде всего. Потому что именно ваша жизнь, это за вами наблюдают все. Вот ваши результаты, ваши действия, ваши движения, ваши, как вы выглядите, очень важна, потому что за вот именно это будет влиять на людей. Даже не то, что вы говорите, а именно как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Это очень важный фактор. Это ключ к успеху, на самом деле, вот именно как вы себя представляете, как вы себя позиционируете. И на самом деле, вот, мне очень захотелось сегодня рассказать именно о продукте, который может помочь очень многим сегодня, если вы будете этим делиться. И я точно знаю, что здесь есть люди, которые уже получили, ну, очень много результатов по этому. Так вот, какие же в мире есть действительно такие проблемы, которые нужно, которые можно разрешить? И вот я сегодня постараюсь более, как бы, более подробно об этом рассказать. И начнем мы с того, что вот такой фактор, как переутомление. Это чувство усталости, слабости. И, наверное, каждый из вас испытывал это чувство. И знаете, в чем отличие здорового человека от человека, который вот все-таки поражен вот этой, вот этим синдромом хронической усталости? Дело в том, что более здоровые люди, они, если очень сильно устали физически или же умственно, им достаточно всего лишь поспать, отдохнуть. Даже это может быть непродолжительный сон, это может быть не очень длительный даже отдых, но тем не менее они способны в течение отдыха, сна восстановиться и как рукой снимать. То есть это здоровое состояние. Человек устал, и человек поспал, отдохнул, отключился на какое-то время, вот, и после этого он бодрый. Но на самом деле вот реально большое количество людей не чувствует себя отдохнувшим после того, как вот после того, как они поспали. И это уже надо действительно задуматься. И вот в 1988 году Гарри Холмс определил первые критерии, по которым можно диагностировать этот синдром. И эти вот именно критерии, они вошли в историю медицины как критерии Холмса. Вот. Далее, что мы еще можем сказать? Вот, ну, я как уже сказала, вот невозможность продолжать активную деятельность. Вот сегодня я буду об этом говорить, и наверняка каждый из вас как бы просканирует прежде всего и своих близких, родных, своих знакомых, и вы можете сегодня обратить на это внимание, вот, как вы сами себя чувствуете. Вот. Если у вас состояние бодрости после того, как вы отдохнули. Вот. Основным составляющим, значит, фактором хронической усталости, вот это патологическое, является патологическое утомление. Вот. И если вот это состояние сохраняется более 6 месяцев, вот, это и не связано с повышенной физической нагрузкой, то стоит заподозрить вот этот синдром у себя. Вот. Далее. Вот, наверное, вы знаете, что вот в основном вот эти люди,
которые очень сильно, вот, ну, как бы усталость у них является хронической, в какой-то период времени они чувствовали себя постоянно напряженными. Они выполняли какие-то сверхзадачи, они какие-то требования к ним были предъявлены, и они не могли, может быть, успеть в срок это сделать. И вот это патологические вот эти вот моменты, которые человек испытывает в течение длительного периода, вот этот дискомфорт и стрессовые ситуации, они приводят к тому, что происходит вот такое состояние, вот именно вот такой результат, как вот именно синдром уже проявляется, как синдром хроническая усталость. Вот. Также еще, да, какая причина может быть? Также неврастеники, да, неврастения. Также может быть еще, знаете, вот инфекция, которая длительное время в организме находится, инфекция, это может быть даже, вот, в общем, вы все, наверное, сейчас понимаете, что нужно человеку принимать, да, чтобы элементарно первое, да, вот, но хроническая инфекция, длительная, может быть, это такая незаметная для человека, то есть перешла в хроническую форму, и человек как бы особо не ощущает. Организм борется, ну, как бы наполовину, но в то же время он ощущает это. Нарушения также могут быть в эндокринной сфере. И есть еще окружение. Очень важно, кто вас окружает, какие люди, если это в основном негативные люди, если постоянно создается такая вокруг вас, может быть, напряженная обстановка. Все это влияет на причину хронической усталости. В общем-то, огромное количество людей сегодня влияет на, сегодня страдает вот этим нарушением. И еще я бы добавила такие, знаете, нарушения, как может быть длительное, вот именно, вот вы, наверное, знаете, да, вот в соцсетях люди постоянно, они вот перед компьютером целый день. Далее у них, значит, еще в телефоне они сутками находятся. Это тоже влияет, то есть они не видят природного солнца, там зелени, воздух, то есть малое поступление кислорода. И все это, конечно, влияет на вот, ухудшение состояния. Вот если все это у вас есть, дорогие друзья, нужно от этого не убегать, нужно это признать в первую очередь, увидеть это. Особенно, знаете, помогает какой-то посторонний человек, даже, ну, или близкий человек, но со стороны увидеть эту проблему. Потому что не всегда даже люди сами признают у себя вот эту хроническую усталость. Вот. А некоторые, наоборот, все время находятся в этом. И так, ну, я уже сказала, недостаток энергии, вялость, апатия. И чтобы что-то делать, приходится прилагать невероятные усилия. Вот сейчас я хотела бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, замечали ли вы вот эти симптомы, такие, которые только что я сейчас перечислила, у ваших близких, знакомых, может быть, вот у кого-то рядом человек такой живет, жалуется постоянно. И вот напишите, есть ли среди вас такие люди? Можно словом «да», «нет» вот написать, да, или постоянно окружают. Ага. Угу. К сожалению, да, конечно, у многих было раньше. Но это вот да, действительно. Угу. Спасибо, дорогие, я вижу ваши ответы. Ага, у многих. Но я думаю, что все согласны, что это очень и очень актуальная на сегодняшний день проблема.
Вот, я думаю, что все согласятся, что это очень-очень серьезная проблема, и она волнует абсолютно каждого. И это еще один повод для того, чтобы открыть все секреты того, что как можно выйти все-таки на более эмоциональное состояние. И вот смотрите, что замечено. Замечено, что вот этим синдромом больше страдают женщины, чем мужчины. Вот, то есть вот даже вот головные боли, суставы, боли в мышцах, аппетит плохой может быть. И вот и люди больше страдают очень такого активного возраста. Это от 28 до 45 лет. Представляете, вот поражается именно такое население, которое наиболее должно быть в энергичной форме, больше сил, да, вкладывать во что-то, притворять свои мечты. И вот представьте себе, сколько молодежи сегодня в таком состоянии находится. Даже дети есть очень такие вот именно пассивные. Вот. И это очень серьезно, потому что человек в таком состоянии, он не способен никому не то что ли помочь, он в первую очередь он не может выполнить элементарные свои задачи дня. Так вот, также вот в группу риска входят, получается, больше вот бизнесмены, журналисты, диспетчеры. То есть это те люди, которые чаще подвергаются стрессам. Вот. Ну, вы уже понимаете, да, вот в основном очень много бизнесменов, которые вот просто находятся в таком состоянии стресса постоянного. И это не дает им возможности. Кстати, вот дела, они ухудшаются в результате. То есть результат этих действий в таком состоянии, какие бы ни были действия, да, результат плачевный. В итоге человек приходит к тому, что он не может выбраться из вот этого замкнутого круга. Ну и также есть такие причины, как если часто приходится менять режим дня, вот, и постоянное искусственное освещение, нет настоящего света, солнца человек не получает. Это тоже очень сильно. Кислородная недостаточность, может быть, в помещении тоже очень влияет. Вот, вот мы определились, какие же причины могут быть, которые приводят именно к такому состоянию, к синдрому хронической усталости. Вот. И что нужно делать? Вот что может помочь в этой ситуации? Какие действия, в первую очередь, конечно, это хочется сказать, что первое, это никто за вас не сделает, никто не в силах вам нормализовать ваш режим дня. И первое, что нужно делать, это нужно правильно организовать свой режим дня, вставать раньше и для того, чтобы не начинать свой день в спешке. Если у вас есть дела, которые нужно делать с утра, то, конечно, нужно заранее уделить себе время. Вот. Нужно уметь делегировать. Кстати, я бы рекомендовала записывать вот именно вот эти рекомендации, потому что они такие, знаете, они в то же время, они просты, но если их выполнять, будет очень большой как бы результат в виде улучшений на самом деле. Вот. И очень важно, что нужно, быть физически активным. Вот. Хотя бы делать какие-то упражнения по утрам, хотя бы несколько упражнений, но делать постоянно. По 30 минут в день, можно даже меньше. Если вы даже 15 минут в день будете уделять физическим нагрузкам, упражнениям каким-то, да, которые помогут растяжку вам сделать, то есть улучшить кровообращение, допустим, шеи, вот именно рук, в области плеча, поясницы. Кровообращение улучшается, и в итоге идет, естественно, питание. То, чего не хватает очень нашему мозгу, нашим органам, именно питание и кровообращение. Вот.
И очень важно сон. Вот сон это самое, наверное, необходимое. Вы знаете, я вам сейчас вот здесь расскажу наш результат, который мы получили вместе с супругом Владимиром в самом начале, вот когда мы попробовали этот продукт GTS. Дело в том, что вначале было всего лишь 4 продукта, и не было людей, кого мы могли бы спросить о результатах. Мы только могли посмотреть через интернет, связываться, и вот не было ни одного живого человека рядом, который получил бы результат. И я могу вот сказать свой результат, как у нас по-разному он подействовал. Вот. На самом деле, может быть, чуть позже я вам расскажу вот этот результат, когда мы подойдем уже непосредственно вот к продукту нашему, да, что может помочь. Сейчас я расскажу вот давайте вот о сне. То есть сон ничего не может заменить. Вот. Обязательно нужно высыпаться 6-8 часов. Обычно это где-то около 8 часов. Если вы в очень хорошей там, обстановке, там, где есть очень хорошая кислородная, да, вот именно воздух поступает, что постель очень удобная, комфортная, у вас, ну, в общем, специальный матрас, может быть, ортопедический, и вы в хороших условиях поспали, в проветриваемом помещении, то вам может быть достаточно и 6 часов, или вы на природе находитесь. 6-8 часов – это среднее, да, вот именно время сна. И вот если вы какое-то время не можете достаточно уделить времени сну, то вы это, ну, в принципе, ничем заменить не можете. Какой-то период может быть, это будет помогать, но на самом деле сон, он очень-очень важен и детям, и взрослым. И, конечно, если вы можете в течение дня там поспать там, минут 20 и до часу, это здорово, но тут есть один нюанс. Вот тут очень опасный момент, что если вы днем поспите чуть дольше, и вы вдруг не сможете ночью заснуть, то это уже показатель того, что все-таки вам нужно просто ночью хорошо высыпаться, а днем быть очень, ну, активным. Мало кому удается в течение дня, конечно, вот это соблюдать. Я даже такое представить не могу, чтобы вот днем поспать. Я как-то, ну, мне не хочется, например, днем спать, если я ночью выспалась. Так что и вот именно сон. Это очень важно, очень-очень важно. Итак, дорогие друзья, что же у нас... Давайте мы проверим связь, все ли нормально меня слышно, хорошо ли меня слышно, можете пару человек написать. Ага. Ну, то есть режим питания, то есть сон, режим питания, физические упражнения, сон, режим питания. Вот очень важный момент. Кто-то вот, ага, благодарю, благодарю, очень приятно. Меня все хорошо слышат. То есть нужно избегать жирной пищи, дорогие друзья. Они перерабатываются медленнее. Мясо перерабатывается медленнее. Нужно на самом деле несколько часов, чтобы переработалось мясо в организме, и оно, конечно, нужно, может быть, да, кто-то вегетарианец, кто-то использует мясо, но на самом деле нельзя есть мясо во второй половине дня, вот именно к вечеру, потому что очень медленно будет это все усваиваться, и вы потеряете энергию. Углеводы, вот, жиры очень медленно усваиваются. И вот здесь вот все это нужно более вот в первой половине дня. И я вам сейчас вот расскажу секрет, насколько эффективно можно все употреблять и получать массу. Что же нового мы узнали на самом деле о продукте нашем, да, как он может действительно помочь. Вот. И еще есть искусственные усилители энергии, как вы знаете, да, очень многие пьют очень много кофе в течение дня, вот, и вот и кто-то спиртное, может быть, как он антидепрессант, да, он дает, как бы, да, улучшает настроение, но на самом деле это ложные такие вот, ложные, можно сказать, такие иллюзии, потому что на самом деле, если разобраться, что все это действует очень временно,
и в дальнейшем, может привести к усталости. Все хорошо в меру. Вот даже кофе мы пьем. У нас есть кофе вот именно от компании Американо, APL, у нас свой кофе. Мы его пьем, но при этом мы не пьем его в течение дня много раз. Можно выпить утром чашечку кофе в течение дня. Я думаю, что этого достаточно, и чтобы чувствовать себя хорошо. Ага. И вот очень многие прибегают к таким напиткам, энергетикам. Наверное, знаете, да, вот энергетики, которые вот можно купить и в магазинах, и в аптеке, и выпивают их для того, чтобы поддержать энергию. Это искусственные, вот именно они выжимают энергию из человека, не учитывая его состояние. Так что есть над чем задуматься. Вот. И как же нам вернуть вот эту вот именно энергию, как вернуть работоспособность и действительно как вернуть себе вот это состояние энергии. Есть выход. И все мы знаем, кто уже пробовали продукт, что у нас есть уникальный, просто уникальный продукт на сегодняшний день в мире. Не побоюсь сказать именно так, потому что во всем мире сегодня продукт APL в виде леденцов по технологии, сделанной по технологии Accumulate Essay, это сейчас огромное открытие. Вот. И наш президент и основатель компании Сергей Сергеевич Куликов, он выкупил патент у европейских ученых на 25 лет. И у нас есть возможность пользоваться вот этим уникальным продуктом. В чем же уникальность продукта? В чем же его необычность? В отличие от многих, может быть, продуктов, которые есть на рынке. Вот об этом я сейчас расскажу. И прежде чем вот рассказать об этом, вы знаете, я бы вот рассказала о результате, который мы получили. Вот интересная вещь. Вот представьте, мы одновременно с супругом использовали один и тот же продукт, получили его впервые много лет назад, уже более 7 лет. И это было где-то к вечеру, мы его получили, получается, к концу дня, но я не удержалась, и первый продукт, вот именно для энергии, да, вот я попробовала первый, это слайд, а потом мы попробовали GTS. И вот GTS, это, знаете, вот как он меня поразил. Во-первых, мы прочитали, что это продукт энергия, да, и, естественно, ждали вот такого результата. Но что получилось? Я использовала этот продукт всего лишь один леденец к концу дня. Он мне дал энергию. Я просто, вот, можно сказать, на радостях переделала все, что я откладывала, и очень много дел успела сделать, то, что обычно вечером я не делала. И вы знаете, во-первых, и спать мне не хотелось очень долго, но нас никто не предупредил, как его использовать, поэтому не было тогда момента, как его, что его надо только в первой половине дня. И вот представьте себе, я, использовав этот продукт, получила энергию бодрость, как и предполагалось. Но что произошло с моим супругом Владимиром, тоже лидером компании APL Ambassador? Вы знаете, он просто свалился. Вот просто вот он пришел домой и тут же лег на диван и уснул. Что было удивительно, я никогда в своей жизни не видела, чтобы человек даже не... просто вот как есть, сел сначала, а потом тут же уснул и выключился. Я не могла его даже разбудить. Все дело в том, что уникальная способность вот этого продукта работать, знаете, вот именно естественным образом. Естественным, потому что когда мы разобрались, в чем же тут дело, выяснилось, что... Не то, что выяснилось, мы просто вспомнили, что
Владимир прошлой ночью очень плохо, ну, долго не ложился спать. Он занимался перед компьютером, там делал какую-то работу по нашей деятельности. И вы знаете, на него была большая ответственность, это было начало нашего пути. И вы знаете, он, ну, можно сказать, спал всего лишь несколько часов. И что же произошло? Житие сработал, как будто бы наоборот. Он дал возможность человеку выспаться. И вот это меня удивило. Я как врач на тот момент, я просто посмотрела, как же так. Один и тот же продукт и поработал совершенно по-разному. Так вот, дорогие друзья, хорошая новость. Продукт у нас, естественно, работает. Он получается, находит именно, какая же проблема у человека. И вот есть люди, которые, попробовав GTS, получают первые 2-3 несколько часов, может быть, или же несколько дней, они получают якобы обратный результат. И это нормально, потому что наш продукт работает на причину. Он создает условия для того, чтобы человек мог получить самое важное. А потом уже, естественно, все приходит в норму, и начинает он дополнительно помогать. То есть сначала он находит причину, и эту причину устраняет. И все продукты компании APL, в том числе и GTS, они работают вот именно на причину. Это меня очень сильно обрадовало. Я, естественно, начала разбираться. И когда я разобралась, я поняла, что это не работает как искусственный энергетик. Так вот, сейчас, минуточку. А скажите, у вас были такие результаты, когда вы не всегда получали вот именно тот результат, который бы вы ожидали от GTS? Вот просто были люди, которые ожидали энергии, а первое время они получили как будто бы обратный эффект. Вот если были, просто напишите «да». На самом деле это очень важно, потому что когда мы даем пробовать продукт, могут... Угу. Так. Вот. Ага, спасибо. Так вот, дорогие друзья, смотрите, в чем технология Accumulate Essay? Ой, спасибо за ваши отзывы, дорогие друзья. Ага. Вот, здорово. Вот здесь пишут, что была реакция такая же у мамы. И на самом деле я точно знаю, что у многих был такой момент. И еще, вы знаете, могу вот просто дать такой вам такой инсайт по ходу, да, вы можете обязательно давайте стакан воды выпить в тот момент, когда вы даете пробовать GTS. Очень важно, потому что в тот момент, когда человек принимает GTS, у него вот с непривычки, да, он может... Вот и недостаточное количество воды в организме тоже влияет на то, что вот происходит обратный эффект. Это в первое время только. Затем идет нормализация, и GTS, естественно, дает вот уже все свои вот плюсы, свои, вот выполняет свою функцию так, как уже написано на коробочке, и все его... Вот сейчас мы разберем как раз этот продукт. Вот. Драже GTS. Это уникальный продукт, я покажу, как они выглядят, хотя вот есть на картинке. Вот они, вот так выглядит коробка красного цвета. Названа эта часть самых быстрых гоночных, в честь самых быстрых гоночных машин серии GTS. Вот такой уникальный продукт в виде леденцов, очень вкусный. Вот видите, вот я его использую практически в своей жизни все время, GTS, Grow, Slide, то есть мы всей семьей пользуемся продуктом, и это большое благо на самом деле. Вот, и вот именно созданный, по какой технологии? Технология называется Accumulate Essay. Это технология, которая позволяет получать все ингредиенты, витамины, микроэлементы, и все вещества, полезные вещества сразу через вот именно в кровь и в клетку.
То есть вот это такая инновационная технология. Конечно, мы полностью его подробности этой технологии здесь разбирать не будем. Есть специальное видео, вы можете войти по этому видео и прослушать его, где наш технолог рассказывает и показывает, как это все происходит на нашем собственном уже вот, производстве. Ага. Так вот, как, чем же отличаются именно вот эти продукты серии Accumulit SA, вот именно вот этой технологии от других продуктов на рынке? Они действуют практически моментально, удобны в использовании, приятные на вкус, сделан на основе инновационных технологий и совершенно безопасны. Эти продукты могут использовать дети, взрослые, молодые люди, то есть нет ограничений ни для кого. И это очень здорово, это позволяет охватить все население в любой стране, в любом городе. И нашими продуктами уже пользуются более 54 странах мира. Вот. И недавно я вот прилетела с Америки, там уже наш продукт просто, он востребован очень, потому что, вы знаете, на, в таких странах, да, там, где у них уже может быть очень высокий уровень, у людей уже не думают о том, как зарабатывать. Ну, всегда, конечно, думают, просто разные цифры. То есть не думают о хлебе насущном, они думают о том, как бы хорошо себя чувствовать. То есть это основная сегодня, на сегодняшний день задача, как себя чувствовать, когда ты, у тебя есть все. Оказывается, когда у человека есть все, он обратно возвращается к тому, что он когда-то потерял. То есть то здоровье, ради чего он стремился к чему-то, добиваясь в этой жизни каких-то высот и потеряв здоровье, далее возвращается к тому, что очень важно, как себя чувствовать. И вы знаете, вот наш продукт, он охватывает сегодня мир с большой скоростью. С помощью нас, с помощью вот всех партнеров, наших вот клиентов, которые просто попробовали этот продукт. Всем хочется о нем рассказывать. И самое главное, что продукт имеет все сертификаты, которые работают во всем мире. Они международного образца, да. И эти сертификаты, да, вы тоже можете посмотреть, открыть отдельно каждый сертификат. Сейчас на них тоже мы подробно останавливаться не будем. И здесь даже есть сертификат кашрут, сертификат халяль, который мы получили недавно в Турции. Открываются новые страны, и вы знаете, невероятно просто, с какой скоростью все это продвигается. Я желаю каждому, чтобы у вас было как можно больше людей, которые попробовали этот уникальный продукт во всем мире, скоро будет охват. Ну и вот наш замечательный наш завод производства. Вот видите, даже такой характерный цвет, оранжевого цвета, наше производство находится в Молдове, вот, город Кишинев. И даже каждый партнер, если он поставит себе цель, он может попасть на, этом, на это производство и посмотреть, как делаются наши чудо-леденцы, по какой технологии. Мне очень повезло, я была в числе первых 40 человек, мы поехали посмотреть, как это все работает, и как по конвейеру проходят наши блистеры, вот как это все изготавливается, нам технолог рассказывал. Очень здорово, очень любопытно нам было, но непосредственно с собственными как со связью, дорогие друзья? Ага. Ага. Хорошо. Так,
непосредственно подходим к нашему продукту GTS. GTS – это продукт, который может помочь нам в самом начале вот именно снять чувство хронической усталости, раздражительность, забывчивость, недостаток питательных веществ в рационе, да. И вот, вы знаете, я вот здесь хочу остановиться. Как вы думаете? Как вы думаете? Давайте мы все включимся в процесс. Откуда человек берет энергию? Где она берется? В самом начале. Откуда берется энергия у человека? Где, в каком органе это происходит? Я бы хотела, чтобы все делились своими мыслями в чате. Так, дорогие друзья, я даже готова вот подарить продукт. Как мы это сделаем, мы потом подумаем, тому человеку, который напишет, где энергия, откуда она идет, энергия. Пожалуйста, напишите свои мысли. Очень хотелось бы, чтобы наши гости написали, и я бы отметила, ага, Татьяна из клеток, заносит новая кровь, организм в целом, в голове кто-то говорит, в мозге. Угу. Угу. Татьяна Пашаева. Так, мышца кто-то говорит, в головном мозге. Так, давайте еще варианты из природы. Пища, ага. Ага. Галина Кожевникова. Галина Кожевникова и Дубинская Ольга пишут, что пища. Ага. Так, ага, щитовидное железо, ага, тонкая энергия из души, где угодно, отошел души, друзья. Ну, есть, конечно, много всяких вот именно, так, еще кто-то говорил, ага. Ага. Ну, понятно. На самом деле, конечно, но никто не сказал, что именно конкретно, да? Вот на самом деле формируется она... Все ответили, все? Все варианты. Ну, вот теперь я хочу вам сказать. Да, Тут в клетках, да, в митохондриях, понятно, да, энергия, она выходит. Но на самом деле это, вы знаете, вот здесь много моментов, энергия везде, она может быть даже из воздуха, из... Ну, в общем, это тема такая очень эта, но вот она берется в желудочно-кишечном тракте на самом деле. Там формируется, то есть что происходит? Сейчас... кишечник. На самом деле желудочно-кишечный тракт. Ну, кто-то написал желудок. Вот отзовитесь, кто у нас желудок написал. Ага. Ну, на самом деле, тут можно сказать, вот желудок, ну, понятно, из пищи, просто слова, да. Но вот для чего мы кушаем? 3 раза в день. Дорогие друзья, мы кушаем как минимум 3-4 раза в день. Кто-то 2 раза в день. Мы кушаем для того, чтобы получать вот именно из пищи, чтобы проходил определенный процесс вытяжки, и в итоге эти вещества вытягиваются, и через определенные процессы эти вещества оказываются в нашей клетке. А в клетке, естественно, да, вот в митохондриях происходит как бы выделение вот этой энергии. И вот представьте себе, вот в итоге, если взять желудочно-кишечный тракт,
там, где формируется, можно сказать, самое-самое-самое начало. То есть нужно, чтобы в итоге, кто сказал, желудочно-кишечный, да? Ага, все к сердцу. Ага. Так вот, ну, есть, которые были близки, поэтому, кто сказал желудок, тоже можно посчитать, отзовитесь, пожалуйста, я тут фамилию не увидела, так что, если где что, давайте мне этот, вот, то есть продукт, вот у кого пища, да, у кого это, то есть, смотрите, пища, дело в том, что мы потребляем, это очень важно. Но желудочно-кишечный тракт – это оттуда у нас идет первое, да, начало, вот именно где мы получаем, откуда мы получаем энергию. И вот представьте себе, что у кого-то очень плохо вот, функция желудочно-кишечного тракта. Естественно, энергия, она не поступает в том количестве. Как бы вы ни ели, что бы вы ни ели. То есть у вас, если нарушения есть, то оттуда уже идут потери. Дальше эти потери в чем? Вот дальше в том, что эти вещества полностью, естественно, не усваиваются, не поступают, соответственно, в клетку. И, естественно, клетки страдают от недостатка питательных веществ. И плюс, если еще добавить стресс, который усугубляет это состояние, стресс сжигает наши запасы, и таким образом человек постоянно находится вот, ну, в дефиците вот этих полезных веществ. То есть вы увидели вот такой некий замкнутый круг, который мешает нам понять. И вот где у вас в этой цепочке есть нарушение, вы можете сегодня же даже, вот подумав, определить, в какой цепочке у вас идут нарушения, и в итоге вы найдете эту причину и совершенно по-другому будете себя чувствовать. Сейчас я включу маленький видеоролик от GTS, и, пожалуйста, просмотрите, пожалуйста, его. Может быть, кто-то видел, но в любом случае это очень интересно. Дающие жизненную энергию. Стильная упаковка, приятный вкус делают их любимчиком даже самых избирательных особ. GTS для тех, кому все время не хватает времени, мотивации и энергии, чтобы наконец-то зажить полноценной жизнью. Входящие в состав продукта экстракты зеленого чая, ананаса, крыжовника творят чудеса. Увеличивают физическую выносливость и умственную активность, избавляют от хронической усталости, улучшают память и внимание. GTS. Пробуди жизненную энергию. Итак, дорогие друзья, сейчас я вернусь к своему слайду. Итак, что же делает GTS? Какие функции у нашего продукта GTS, вот, непосредственно? Какие преимущества? Вообще преимущество продукта, я уже сказала, это самое главное, это удобство, натуральность, быстрота, эффект, вкус. Вот. И какие преимущества непосредственно у GTS? Вот здесь очень важный момент, как мы можем действительно энергию. Вы представляете, вот, то есть давайте вот я буду перечислять. Витамины и минералы в составе компонента GTS участвует в процессе преобразования пищи в энергию. Вот почему я говорила о том, что очень важно, вот, чтобы как работает ваш желудочно-кишечный тракт. И вот представьте себе, какой уникальный продукт. Он помогает нашу пищу преобразовывать в энергию. Это то, если у вас есть длительные нарушения с этим,
как только вы можете вот не только натощак рассасывать этот продукт. Кстати, уникальная особенность нашего продукта, он всасывается именно очень быстро в кровь, потому что его употребляют под язык, как очень быстро, эффективно он попадает в кровяное русло. И вот такой эффект, да, продукта. То есть что получается? Если у человека есть нарушения длительные, то вначале нужно восстанавливать желудочно-кишечный тракт, а потом уже лечить человека. А вот это как обычный. А вот представьте нашим продуктом, насколько мы можем сократить, почему он так быстро работает. Потому что наш продукт улучшает, то есть он улучшает наше, получается, вот именно всасывание и преобразование пищи в энергию, помогает и непосредственно сам. Это какой-то такой, там прямо вот, знаете, многоразово усиленный эффект получается. Не просто за счет того, что вещества содержатся, а еще потому, что нашу пищу тоже помогает именно вот, переводить в эту энергию. Это очень важно. То есть такой двойной эффект. Почему я сказала, вот ответьте мне, пожалуйста, откуда энергия берется? Вот. И второй эффект, да, второе преимущество GTS. Он способствует повышению эффективности генерации энергии из углеводов, белков и жиров. Ну, это уже как бы подробно, да, вот только что говорили о пище, то есть что из углеводов, белков и жиров. То есть получается то, что мы едим, после еды мы можем рассасывать GTS. У многих наступает такое состояние, когда вы слишком покушали жирную пищу особенно или что-то, или слишком сытно поели, у вас наступает снижение энергии. Кто это чувствовал после еды, когда вы переели в обеденное время? Когда вы поели и у вас понизилась энергия, это говорит о том, что у вас ее очень мало в организме, и у вас нарушен вот этот процесс переваривания пищи, потому что вся энергия уходит на переваривание пищи. И вот GTS нам может помогать. Используйте его, пожалуйста, вот в этой функции. Далее. GTS помогает справиться с повышенной утомляемостью, пониженной активностью. То есть он помогает нам не то, что ли за нас он выполняет какие-то физические упражнения. Нет, просто очень многие люди не способны начать. Они все время с понедельника, со вторника или с конца месяца, с Нового года начинают. И вот можно, просто употребив продукт GTS, вы можете просто буквально в любой день начать делать ваши необходимые, ваши срочные дела. Это тоже большой, огромный плюс. Также GTS способствует устранению проблем с концентрацией, сонливостью. Содержит такие вещества очень ценные, как ванадий, хром, таурин, инозит. Они очень полезны для организма и участвуют в генерации энергии. Также повышает активно дневное время суток, снимает нервозность, улучшает состояние активности. И самое главное, что человек уже не нуждается в искусственном стимуляторе, если он использовал. Кстати, у нас такой результат, вот наша партнер рассказывала недавно. Очень много лет человек использовал искусственные стимуляторы в виде вот, напитков. И один леденец нашего продукта изменил его состояние, и человек полностью перешел на продукт. То есть он много лет это использовал и при этом почувствовал эффект GTS. Намного эффективнее и дольше сохраняется этот вот, эффект от нашего продукта. Но, вы знаете, я бы хотела сказать даже не то, что ли эффект, а именно длительный результат. Потому что эффект – это первое, что мы чувствуем. То есть вначале попробовал человек, это эффект, а дальше у нас уже идет результат, потому что если продукт воздействует на причину, то уже идет длительный результат, и организм восстанавливает, то есть помогает нам сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. После этого, может быть, вы не столько будете, не вызывает зависимость продукт, что очень здорово.
вы начнете физически активно заниматься, и продукт будет только помогать вам. Дополнительно как бы он будет дополнять все вещества, которые необходимы. Также высвобождает дополнительную собственную энергию организма для увеличения работоспособности и активности. И вы знаете, вот стрессы, они буквально выжимают человека. У человека не остается никакой энергии, потому что все вещества, минералы, витамины, они сгорают во время стресса. И человеку нужно очень много дополнительно вот именно этих веществ получить, что он не получает в нормальном питании. И, естественно, все время вот эта хроническая усталость. Вы можете помогать людям именно рассказав им о том, что делает GTS, какие вещества содержит. Я сейчас быстренько пробегу, значит, по составу. Вот, первое – это чай содержится, да, зеленый чай. Вот снова, в чем здесь вот сама причина? То есть зеленый чай, он содержит широкий спектр витаминов. И он обладает противомикробным действием. Мы помните, да, говорили о том, что одна из причин хронической усталости – это противомикробный эффект, противовирусным, противовоспалительным действием. И вот получается, что находящиеся в организме токсины, они нейтрализуются вот именно в составе GTS. Есть продукт, который вот заменяет вот этот чай, то есть оказывает вот это мощное воздействие уже в готовом виде. Вот. И получается, что вот зеленый чай используют именно для восстановления функций желудочно-кишечного тракта. Ага. То есть вот такой вот эффект. Далее. Еще какой именно продукт содержится? Лимонник. Лимонник, да, усиливает возбуждение, он энергию придает, сердечно-сосудистую систему, то есть улучшает кровообращение, снижает сахар в крови, расширяет сосуды, то есть сосудистое, да, кровоснабжение очень хорошо восстанавливает. Физическая, умственная работоспособность повышается у человека, кто принимает именно этот продукт. Она пришла на GTS. Вы знаете, был уникальный результат у нее. Просто с одного леденца она почувствовала такую бодрость, что начала искать, где же его купить. В итоге мы познакомились, и она стала сейчас вот международный директор. Огромная структура в Дагестане и в других странах у нее сейчас. Вот. Далее давайте. Ага, мы уже, значит, повторяемся. Какие же еще продукты сейчас? Ага. Витания, то есть в составе имеется, да? Вот. И вот это витания, это тоже растение, которое обладает омолаживающим эффектом. Он успокаивает и одновременно тонизирует. И представьте, да, вот этот витания усиливает сопротивляемость организма различным инфекциям в то же время, да? Противовоспалительное, антисептическое действие. Так, есть такой вот состав, сейчас пока нам откроется слайд, я расскажу. Бакопа Манье, это тоже в составе GTS, да, здесь она не представлена, я про него расскажу. Он обладает тоже ноутропным, то есть мозговое кровообращение, многолетнее растение, которое обладает именно такими свойствами, как улучшает память. Также у нее еще есть такие свойства, как даже анальгизирующие свойства, что очень важно. Вот, в составе GTS у нас еще находится ананас. Ну, ананас очень много имеет в своем составе, да, целую аптеку. И в ананасе содержится витамин С. Он, может быть, кто не знает, но содержится больше, чем в лимоне. Так что вот витамин С, это, вот знаете, да, источник очень многих процессов в организме, в том числе выработка энергии.
И калий, который содержится в ананасе, тоже помогает переносу кислорода в мозг. Также вот представьте, все это друг другу, то есть есть такая синергия этих продуктов, они усиливают действие друг друга и таким образом оказывают мощное действие, восстанавливают память, повышают энергию, улучшают концентрацию внимания. То есть вот продукт GTS – это продукт, который может буквально поменять за несколько минут ваше состояние, вот, и привести вас вот в состояние энергии, что очень важно. И мы говорили, что очень важно делиться своими результатами, дорогие друзья. Я знаю, что у вас у многих есть результаты. Я попрошу тех людей, которые сегодня впервые находятся на вебинаре с нами, слушают наш вот первый продукт, да, я бы хотела, чтобы те люди, которые вас пригласили, попросите их поделиться этим продуктом GTS и обязательно получите результат. Очень важна ваша личная история, потому что мы все здесь, да, рассказывая свои личные истории, добиваемся очень больших результатов. И вы можете почувствовать удобство нашего продукта, почувствовать его быстроту действия. И на самом деле о продукте нужно говорить. Сам продукт сам за себя говорить не может. Но вы знаете, я бы даже сказала, что он даже и говорит, потому что вот, ну, невозможно в какой-то момент молчать. Как только попробуешь продукт, хочется рассказывать его многим, рассказывать об этих уникальных результатах, необычных. Вначале кажется, что, ой, как такое может быть? Действительно, знаете, вот длительное... Я просто, будучи врачом, имея свой медицинский опыт, знаю, что... Просто так подойти к тому, чтобы дать человеку возможность получить энергию натуральным способом, это практически невозможно. Нужно его долго восстанавливать. Сначала, я же говорю, желудочно-кишечный тракт, найти причину. Потом несколько месяцев уходит на восстановление этих всех функций. Далее уже только потом мы можем что-то человеку дать. А здесь у нас есть возможность буквально за несколько минут подать, попробовать человеку продукт и получить суперрезультат и отзыв от этого человека. Еще я бы хотела поделиться, знаете, тем, как нужно, как вы можете получать результаты и что является основной, вот, основным моментом. Рассказывайте о своих результатах. Даже если вы видите, что у человека проблема, вы можете начать с того, чтобы вот, почувствовать его, что его волнует. Очень важно вот истории, что волнует именно ваших людей. И есть такая формула. Знаете, мы все, вот как именно затрагивать людей продуктом. Всего 4 вот буквально пункта, я вам сейчас дам их, да, вы можете, конечно, это прочитать в нашей системе. На самом деле у нас есть APL-офис, где вы можете это все. Но я могу вам просто... дать такой вот, можно сказать, знакомый, может быть, но в то же время для вас незнакомую такую схему. Очень простая, очень действенная и очень эффективная. Запомните, пожалуйста, первое, нужно попробовать продукт самому. Первый пункт. Попробуйте сами продукт. Второй. Расскажите свой результат. Расскажите свой результат. Третье. Дайте попробовать другому человеку. И четвертое. Расскажите его результат. А скажите, пожалуйста, вот сложно ли рассказать, когда вы вот получили вот такой вау, да, вот вы попробовали продукт, и вы получили этот результат. Сложно этим поделиться? Легко, на самом деле легко поделиться. Я, знаете, вот, вот эта простота, нужно от нее не отходить. Нужно от нее не отходить. Нужно возвращаться вот к этой простоте. Дайте продукт человеку, он получит результат и будет рассказывать этот результат сам, и вы будете рассказывать его результат. Вот только что
я поделилась с вами своими результатами, своим первым результатом по продукту GTS. Я его использую каждый день. Ну, и иногда бывает, что я меняю продукты, потому что мы все стали выглядеть намного моложе, намного лучше, красивее, эффективнее мы стали именно благодаря вот этим продуктам. Мы добились супер результатов именно благодаря продуктам APL. Кто не использует себе продукт, обязательно поставьте себе цель использовать несколько продуктов в сочетании в течение дня. Один продукт будет усиливать действие другого, и вы будете всегда энергичны. Вы будете чувствовать себя на высоте. Люди будут обращать на вас внимание, будут делать вам комплименты. И вот это и есть первый шаг. Когда вам сделали комплимент, вы можете поделиться, чем вы пользуетесь. Делайте это легко, делайте это с радостью, делайте это, знаете, с энергией. И так, как мы это делали. Именно это нам дало результат вот именно в начале действия, когда мы начали, вот не зная, что это такое, мы начали просто давать, пробовать людям продукт. И с удивлением замечали, какие результаты дает продукт. И вот просто с этим вы можете, каждый из вас, поменять свою жизнь. Очень круто. Всего 4 пункта. Расскажите другим о результатах вашего продукта. И с этого все начнется. И с этого все будет очень круто. Вы получите мощные результаты. И вы, может быть, построите огромную международную команду по всему миру. Потому что энергия нужна всем. Я была рада вам сегодня передать вот это свое видение о продукте. И очень важно, знаете, еще понимать одну очень важную вещь. Вот наш продукт, леденцы, APL, это продукт питания, это не лекарство, это не панацея, это продукт питания, потому что именно оттуда, от недостатка питания очень многие болезни возникают. Я сегодня не хочу говорить о болезнях. Это уже все в прошлом. Мы уже говорим о здоровье, мы говорим о здоровом образе жизни, мы говорим о том, что мы хотим. Мы хотим молодость, красоту, долголетие, и мы хотим драйва. И первое, что я хочу сделать в конце, вы знаете, пригласить всех вас на ближайший форум, который состоится 3-4 августа в городе Ростов-на-Дону. Мы там будем делиться всеми своими результатами, там будут все лидеры. И самое главное, там будет наш президент компании Сергей Сергеевич Куликов, основатель и президент, человек, который нашел уникальную возможность помогать людям. И, конечно, я хочу вас пригласить еще на одно событие. Это ближайшее. Записывайте. 3-4 августа, город Ростов-на-Дону. Спросите, как купить билет у ваших партнеров. И следующее мероприятие, самое грандиозное мероприятие, которое мы ждем всей командой, всей структурой, всей компании, это самое магическое, завораживающее событие компании. Это AGO Planet, это день рождения компании, это 8-летие компании под названием, да, «Магия 8». Это Москва. И дальше, конечно, круиз. На самом деле произойдет это событие 8-9 ноября 2019 года. Этого года в ноябре месяце, 8 числа. Мы ждем вас в Москве, мы ждем вас в круизе, да, кто сделал промоушен, я вас всех поздравляю. Где вы можете соприкоснуться с огромным количеством людей, которые получили результаты и добились огромного успеха в нашей компании. Я вам всем желаю встретиться на этом событии и быть с огромной командой там.
и 3000 партнеров станут свидетелями и участниками события. Там вас ждет признание, новости, восхождение новых звезд MLM. Я вам желаю там быть. До встречи, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы были со мной весь этот час с лишним. Я благодарю за ваше терпение, за ваши эмоции. Я их чувствую. Огромное вам спасибо и до встречи, дорогие друзья, на ближайшем событии. Пока-пока.